Эдена и жители острова, куда они подевались? Вероятно, они прячутся в хижине. Вулкан недалеко, на палубе по-прежнему опасно. О да, это логично. Мы тоже должны отправиться туда. Ты здесь? Голос эхом разнесся по длинному коридору в темноте. Они ждали, но не услышали ответа. Может быть, они еще ниже? Ха, ты собираешься... Ты что, трусишь? Нет, что-то не так. Забудьте об островитянах на мгновение. Почему наш арендатель оставил нас вот так? Верно, это не похоже на Эден. Определенно происходит что-то странное. Это вообще корабль Эден? Время было почти идеальным, как она узнала, что мы на вулканическом острове. Единственный способ узнать это – спросить ее саму. Кабины должны быть с обеих сторон. Может быть, островитяне живут в Эдеме? Возможно, Эден спрятала всех островитян у себя. Давай постучим во все двери на пути и узнаем. И поэтому они стучали во все двери, обнаруживая, что каждая из них не заперта, и каждая комната красиво украшена внутри. Только никого не было внутри видно. Нет, никого нету. Должны ли мы искать где-то еще? Подождите, этот корабль огромен. Мы обязательно заблудимся, просто блуждая вот так. Нам нужна какая-то карта. Вот так. Заглянем внутрь каюты. В ней должен быть путеводитель. Вот он, понятно. Посмотрите, эй, этот корабль классный. На нем даже есть каток и поле для мини-гольфа. Хм, Фелис. А, извините, сейчас не время. Так, где мы будем искать Эден? Поскольку корабль находится в движении, кто-то должен быть на мостике. Ага, экипаж может помочь нам найти Эден. Тогда давайте не будем терять время и пойдем на мост. Стук-тук. Внезапно из-за двери раздалось несколько резких ударов. Кто это? Все оглянулись. Их было семеро и один кот. Тук-тук-тук. Вместо этого Эден ищет нас. Может быть, откроем дверь и посмотрим. Тяжелая дверь распахнулась настежь, и внутрь ворвалась группа знакомых призрачных фигур. Это монстры с острова? Ох уж эти придурки. Должно быть, они забрались на борт и спрятались. Как долго они будут гоняться за нами? После того, как жители Золотого Двора устроили хорошую драку, монстры, преследовавшие их один за другим, покинули комнату. Уф, мы действительно не хотим столкнуться с ними на корабле, где мало места. Не волнуйся, Кан, мы избавились от подлых старых монстров.
Кан, не кажется бодрым с тех пор, как мы встретились на острове? Да, но... Да, это не похоже на то, что Кан не проявляет интереса к другим, кроме Фелис. Ха, он просто немного голоден. Как только мы получим немного еды, Кан вернется лучше, чем когда-либо. Профессор Мобиус, что случилось? Вы выглядите так, словно вас что-то беспокоит. Как вы можете... Как ты можешь сказать? Мне просто интересно, почему эти монстры так настойчивы, преследуют нас всю дорогу и всегда находят наше местонахождение. Мобиус, ты же не надеешься, что поймешь мысли животных, не так ли? И почему бы нет? Вы забыли, господа, Пас, что... господин Пас, что я эксперт. Вы что-нибудь нашли, профессор? Монстры вроде бы не конфликтуют с нами, но продолжают атаковать. Это не кажется правильным. Островитяне также упомянули, что... упомянули, что никогда раньше на их деревню не нападали монстры. Животные ведут себя по своей логике. Должна быть причина, по которой они так себя ведут, которая распространяется и на этот корабль. Мобиус внезапно подошла к Кану, к Кан и потрепала его. Ее. Мяу. Профессор, не грубите Кану. Молчи, я помогаю. Мобиус быстро осмотрела вялую кошку, затем другой рукой сняла с ее шеи ключ. Вот. Мобиус бросила ключи Сакуре в другом конце комнаты. А, ключ к сокровищу. Посмотри, верна ли моя гипотеза. Мобиус отпустила шею Кана, которая упала на землю и вдруг начала мяукать. Кан стала энергичной? Да-да, что, профессор... Какую магию вы использовали? Что не так с этим ключом? Это всего лишь предположение, но я думаю, что этот ключ заставлял монстров атаковать и сообщал им наше местоположение. Насколько я могу судить, ключ, возможно, содержит передатчик с определенной частотой, которую могут слышать только монстры и Кан. У Кана не было энергии, потому что передатчик продолжал работать и постоянно был перегружен. Сакура, попробуй обернуть ключ ковром из этой каюты. Хорошо. Сакура закатала ключ в толстый ковер ручной работы на полу. В то же время Кан внезапно снова начала переполняться жизнью. Запрыгнув на плечо Пардофелис и взволнованно потершись о лицо своей владелицы. Ну что ж, кажется, я снова права. Кан, ха-ха, ты вернулась в норму, спасибо, профессор. Какой ужасный трюк, ха. Это должно быть снова та дура Вилви. Но зачем ей это делать? Наверное, чтобы мы не нашли сокровища слишком быстро. Теперь, если мы не застрянем, у нас больше не должно быть проблем с монстрами. Имеет смысл. Пошли, нам еще нужно добраться до моста.
Жители Золотого двора осторожно продвигались по огромному роскошному круизному лайнеру. Слышно было только дыхание друг друга, звук шагов и нескончаемый гул волн. Это кажется немного тихо для... Здесь кажется немного тихо для такого большого корабля. Согласна, мы прошли весь этот путь и никого не видели. Не только Эден, но и команды или гостей. Все в порядке. Мы увидим команду, как только доберемся до мостика. Через дорогу они услышали необычный стук. Только Су заметил это. Быстро обернувшись, почувствовав, как что-то пролетело мимо. Но когда он обернулся, зал перед ним был пуст. Как, что такое, Су? Кажется, я что-то там видел. Су, не пугай меня так. Извините, наверное, это просто мое воображение. У тебя довольно сильное чутье. Возможно, ты действительно кого-то видел. Должны ли мы пойти проверить это? Мы пойдем в другой конец зала. Не забываем, мы идем к мосту. И насколько это было бы удивительно, если бы кто-то действительно был там. Да, давайте пойдем к мосту. К мостику. Чего ты так боишься? Группа повернулась, чтобы продолжить идти в направлении мостика. Совершенно не подозревая, что пара глаз наблюдает за ними из темноты. Ну, согласно этому путеводителю, мост должен быть прямо перед нами. Великолепно. Пришло время увидеть кого-нибудь еще для разнообразия. Я устал от того, как жутко здесь. Ну что, зайдем? Здравствуйте, есть кто-то? Сакура только приложила палец к переговорному устройству, как дверь мостика внезапно открылась. А? И не может быть. Внутри мостика было множество машин, переливающихся всеми цветами радуги, и большое толстое окно с видом на бесконечно бушующее море. Не хватало только знака экипажа. Но как? Здесь нет ни одного человека? Может быть, они на перерыве или меняют смены. Нет. Они бы не оставили мост пустым вот так. Кальбас подошел к одному из инструментов, вводя пальцем по его поверхности. Чисто, не пылинки. А на этом столике еще теплое кофе. Похоже, что кто-то был здесь только что. Так куда они все поделись? Я не уверена, да? Я не уверена. А? Это что? Все посмотрели туда, куда указывала Сакура. Там была дверь, ведущая в другие отсеки корабля, напротив того, откуда вышла группа. Дверь была отмечена черным цветом и торчала в незанятое пространство. В незанятое пространство. Мостика. Это какая-то магия? Может, заклинание?
Портофелис запаниковала и спряталась за Хуа, только чтобы найти ее в поту и что-то бормоча себе под нос. Юаньши выше. Прикажите всем духам срочно прислушаться к этой команде. Хуа? Успокойся. Может быть, это просто шутка между членами экипажа. Они играют с нами... Они держат нас за лохов. Кальпас, не обращая внимания на маркировку на двери, двинулся вперед. Тем не менее... Кальпи, будь осторожен. Это, возможно, эта штука заберет твою душу. О чем ты говоришь? А, на двери тоже есть надпись. Дай мне посмотреть. Не идите сюда, смертные, чтобы вас не похватила она, дьявол. Похоже на предупреждение. Ха, это должно меня напугать. Убирайтесь отсюда. Мы найдем кого-нибудь на этом корабле. Убираемся отсюда. Мы найдем кого-нибудь на этом корабле. Кальпас ударил кулаком по разомкнутому выключателю и двинулся вперед, не оглядываясь. Нам лучше последовать за ним. Остальные нерешительно последовали за ним, держась рядом с Кальпасом. А, это же тоже здесь. Коридор был покрыт теми же черными знаками и словами. То, что можно было прочитать, было в основном предупреждениями, но... приходите посмотреть на это. Подойдите посмотреть на это. Осталось меньше 50 метров. Так держать. Будем продолжать или нет? А? Слушай, это музыка? Как и сказал Су, чем глубже они продвигались, тем отчетливее они могли слышать легкую джазовую музыку. Они подошли к двери с теплым светом за ней и остановились. Кевин взглянул на табличку на двери. Это бар? А, точно, вот как. Я видел это в путеводителе. И место должно быть подходящим. Горел свет, играла музыка, и по ту сторону двери пахло людьми. Что я сказал? Давайте пройдем внутрь. Без предупреждения Кальпас столкнул старинную дверь. Внутри их взгляды обратились прямо к человеку, подтягивающему напиток на барном стуле. Услышав шум, он обернулся. А это... Значит, вас тоже доставили на борт этого корабля? Значит, вас тоже доставили на борт этого корабля? Его зовут Космо. Он старшеклассник и жилец с острым вкусом в моде. Никто точно не знает, почему он переехал в Золотой Двор, но некоторые жители утверждают, что в тот день, когда он въехал, он забил свою комнату чемоданами. С тех пор его часто видели, как он набрал всевозможные странные инструменты и пытался засунуть их в свою комнату. Космо, конечно, это будешь ты. Конечно, это я. Что это значит?
Они не имеют в виду, они знают, что я просидел здесь 10 минут, чтобы подделать случайную встречу. Су, не лгал. На корабле действительно был кто-то еще. Я просто не ожидал, что это будет еще один арендатор Золотого двора. Я не мог спрятаться в коридоре. Возможно, вы следите меня, не видя. Это Су? А, Космо, ты нас напугал. О, я поняла. Это как аниме, которое ты смотришь, да? С волшебными печатями и заклинаниями. Это не аниме. Это результаты визуализации книги Откровений, которая соединяет настоящий и реальность. Это было просто замаскировано под современный мир, чтобы тайно распространить его среди иллюзорных синестетов. Понятно. Не нужно разбираться во всех технических аспектах. Итак, когда ты пришел на борт? Ах да, что случилось с тобой после того, как нас пригласили на остров? Космо. Кевин и его друзья ввели Космо в курс дела. Понятно. Я сидел, пока не замерз во льду, чтобы выглядеть как можно крутее. Но похоже, что я все еще далеко от Кевина. Что ты имеешь в виду? Неважно. Я также играл в игру на выживание на острове, как Фелис и Хуа. Сам? Нет, с Гризео. После того, как мы закончили наши миссии, эта передача, по вашему мнению, Вилви привела нас к этому кораблю. Затем мы столкнулись с Эден, которая сказала нам, что это ее корабль, чтобы мы не беспокоились и ждала нас здесь, пока остальная часть Золотого двора не поднимется на борт. Золотой двор относится к нам. Золотой двор, то есть это мы? Верно? Но не случайно ли мы оказались на вулканическом острове? Боюсь, это определенно было случайно. Мы ждали на этом корабле какое-то время, когда вдруг почувствовали, что его начало трясти. Я подумал, что мы наткнулись на риф или что-то в этом роде. На корабле царил полный хаос. Люди кричали о том, что корабль набирает воду, и подводный вулкан потерял контроль. Подождите, подводный вулкан потерял контроль? Да, если я правильно понял. Эден также сказала нам, что мы скоро сядем на круизный лайнер, а потом корабль начал трясти, и люди кричали про вулкан. Ты не думаешь? Лифт Вилви, работающий от вулкана, ведет к круизному лайнеру. Это правильно, но тогда почему Гризео не с тобой? Мы разошлись во время хаоса на борту. Я искал ее. Вы, наверное, видели печати экзорцизма, которые я оставил. Они должны были направлять ее. Правда? Чего ты нас так пугаешь? Гризео умный ребенок, она может отличить псевдоканоническое описание от истинного. О, значит, это более утвердительное предложение было для нее. Кто это? Кто мог догадаться до этого? Но маркировка предназначалась не только для того, чтобы предупредить людей. На самом деле кто-то есть. На этом корабле.
тон Космы стал серьезным, заставив всех недоверчиво уставиться на него. Ага, ты шутишь. Когда ты научишься быть таким смешным? Когда ты научился быть таким смешным? Я докажу это вам. Космо стряхнул чашку, которую держал в руке, и поднял ее ко всем... Что это? А? Что ты имеешь в виду? Что это? Очевидно, это просто стакан молока. Подтягивать молоко в баре довольно мило для кого-то вроде тебя, Космо. Симпатичный? А? Просто подождите немного. Космо быстро встал и пошел внутрь бара, подальше от всех. Я что-то сказала не так? Блин, Сакура, разве ты не знаешь, что милый для человека его возраста это как яд? Вероятно, это и заставило его чувствовать себя незрелым, что является ударом по его самооценке. Так вот оно что. Моя сестра, кажется, никогда не заботилась, поэтому я не думала дважды об этом. Похоже, моя сестра никогда не переживала насчет этого, поэтому я никогда не задумывалась об этом дважды. В этот момент Космо вернулся. Продолжая с того места, где мы остановились. Продолжим с того места, где мы остановились. Он снова переоделся в свою дерзкую одежду, потому что подумал, что его купальник выглядел незрелым. Мобиус действительно попал в самую точку. Как я уже говорил, я держал стакан молока. Это единственное, чего боится призрак корабля. А? Я знаю, что это трудно поверить. И вы, наверное, думаете, что это просто предлог для того, чтобы заказать молоко в баре. Но я могу доказать это вам. На глазах у всех Космо подошел к барной стойке и поднес руку к бутылке портвейна. Рука двигалась все ближе и ближе к вину, пока прямо перед тем, как коснуться. Бледная тонкая рука высунулась из щели за винным шкафом и схватила бутылку с вином, исчезнув прочь. В тот момент, когда обе вещи исчезли, послышался тихий женский смех. А, рука, это рука девушки. Юанши выше, прикажите всем духам срочно прислушаться к этой команде. Видите, я не врал. Ха-ха, и это все? Это просто рука? Что тут такого страшного? Согласен. Это фокус Космо? Довольно круто. Вы двое слабаков, идите сюда, прежде чем говорить. Что происходит? Действительно ли на этом корабле есть призрак? Вы все любите поднимать такую шумиху по пустякам. Везде, где есть что-то странное, всегда есть рациональное объяснение. Затем Мобиус подошла к Косме и внимательно осмотрела винный шкаф перед ним. Затем она сделала то же, что и Космо, и потянулась за новой бутылкой вина. «Профессор, будьте осторожны!» Но Мобиус неожиданно удалось без проблем схватить бутылку
Рука так и не появилась. Она не появилась? Что? Сбитый с толку, Космо протянулся к бутылке, но рука появилась и выхватила ее. Она вернулась? Итак, рука появляется только тогда, когда Космо берет что-то из винного шкафа. Но это приятно знать. У Кальпаса, похоже, появилась идея, и он подошел к Космо. Потянись за другой бутылкой, пока я стою здесь, малыш. На этот раз делай это медленно. Кальпи, ты не думаешь о... Двигай рукой. Космо кивнул и медленно потянулся, как и раньше. Рука снова появилась. Ага, у меня есть. Вот ты и попался. Рука Кальпаса двигалась, как молния, когда он крепко сжимал руку. А? Детский голос, не принадлежащий никому другому, из бара вырвался болезненным криком. О, извини. Ах, подождите, что я делаю? Извиняюсь перед призраком? Застигнутый врасплох, хватка Кальпаса ослабла, и рука снова исчезла. Эта рука просто плакала от боли? Мы заставили призрака чувствовать боль? Очень хорошо, Кальпи! Ребята, вы все еще не видите, что происходит? Мобиус вздохнула и ударила по задней стене холодильника. Похоже, стена полая. Так, там кто-то есть. Подождите, разве это не еще страшнее? Есть потайная комната. Осмотрите стойку. Там должен быть способ открыть комнату. Они начали обыскивать прилавок, пока... Что здесь делает эта ручка? Кевин дернул за ручку, и с двумя щелчками винные шкафы начал автоматически открываться. Прямо как из приключенческого фильма. После того, как винный шкаф отодвинулся в сторону, появилась дверь. Послышались удаляющиеся шаги. Ха, слышали? Придурок, который прятался за шкафом, знает, что мы на нее напали, поэтому убегает. Не так быстро. Мы не знаем, что находится по ту сторону двери. Попробуйте сначала постучать. Хуа легонько постучала 3 раза. Когда никто не ответил, она постучала еще 3 раза. На этот раз с большой силой. Звук шагов приближался. Она здесь. Дверь открылась. Это кто? Эден сказала, что... Вы кто? Эден сказала, что я не должна открывать дверь незнакомцам. А, это 2 моих брата. Ихуа, Сакура и Парда. Даже тетя Мобиус здесь. Это милая маленькая Гризел. Самый младший член Золотого Двора. Но не стоит недооценивать ее из-за внешности. Кажется, она участвует в живописи. Время от времени сумасшедшие фанаты находят Золотой Двор, создавая дополнительную головную боль для мастера Паса. Грисео?
Грисело, что ты здесь делаешь? А, это Космо? Возникла проблема с лодкой Эден, и я не могла найти Космо. Эден сказала мне подождать здесь. Я рисовала здесь все это время. Слушай, я могу закончить пару томов своего Дандинти? Ты не знала, что я ищу тебя? Я не знала, что ты был так близко к... Почему ты просто не сказал об этом? Не знаю. Нет, подождите. Это ты выхватила бутылку вина из моей руки? Не, это был здоровенный питьевой дух. Здоровенный питьевой дух. Эден рассказал мне эту историю. Давным-давно был дух, который спустился на землю, следуя за запахом вина. Духи любят пить, и люди, которые любят пить. Но духи не любят людей, которые доставляют неприятности пьяным. И дети, которые пьют, но не должны. Когда они найдут таких людей, дух украдет вино прямо у них из рук. Эден сказала, что это позволяет людям с удовольствием наслаждаться вином. Сколько Эдена выпила, чтобы придумать эту историю? Космо, плохой ребенок, ему нельзя пить. Вот почему дух унес вино. Это не имеет ко мне никакого отношения. Это правда? Гризел, откуда взялось вино на столе позади тебя? Я не знаю. Смотри, там есть монитор с записью с камеры наблюдения из бара. Прости, Космо. Забудь это. Только не заставляй меня так волноваться в следующий раз. Хорошо. На самом деле, когда я услышала, как ты разговариваешь сам с собой, мне хотелось выйти. И когда ты играл в ковбоя в баре, я хотела присоединиться. Грисела, тебе не обязательно говорить это при всех. Ха? Когда мы вернемся, у меня не останется другого выбора, кроме как собрать вещи и покинуть Золотой Двор на ночь. Ночью. Эй, придурок, почему ты не поздоровался со мной? Гризела немного напугана, медленно спряталась за Космо. Здравствуйте, мистер Пасс. Не зови меня... Тьфу, забудь. Меня все равно никто не слушает. Чего ты боишься? Гризела медленно протянула ему руку. На нем было 5 коротких пальцев размером с... На ней было 5 коротких меток с размером с палец. А? 7 пар глаз презрительно посмотрели на Кальпаса. Что? Все на меня смотрят. Если бы не моя идея, мы бы не нашли Гризелу. Господин Пасс, я думаю, вы должны извиниться. Это не круто. Так раздражает. Послушай, придурок. Послушай, глупышка.
Послушай, глупышка, я приготовлю тебе десерт, когда мы вернемся в Золотой двор. Что хочешь, сколько хочешь, хорошо? Действительно, спасибо, мистер Пас. Действительно, спасибо, мастер Пас. Но ты и этот кот, держитесь подальше от моей кухни. Хорошо, хорошо. Я знаю, что мы все счастливы найти Гризео, но давайте не будем забывать о нашей миссии. Вот так. Ты сказала, что Эден поместила тебя в эту комнату. Ты видела ее снова после этого? Эден? Нет, она давно не возвращалась. Она сказала, куда идет? Ага. Эден сказала, что собирается на другой остров, чтобы подобрать людей. Примерно так она говорила о нас. Эден также сказала, что вулкан проделал огромную дыру в днище корабля, поэтому она хотела пойти в машинное отделение, чтобы посмотреть. Машинное отделение. Понятно. Вулкан повредил корпус, поэтому Эден сняла команду для ремонта. Так вот почему на борту нет экипажа. Если это правда, то этот корабль не в лучшей форме. Как только она закончила говорить, все услышали странный звенящий звук, словно части подпрыгивали. А? Его язык подсознательно двинулся, чтобы стереть воду с уголка его рта. Вода соленая?